и забивай тренировку. Вот. Да, 250 тысяч это фейлик. Забыл 3-0, чувак. Но был близок. А, и еще это не все. И это не все. Потому что еще будет реклама. Блин, сколько там рекламы вообще? Ну, приходится ее оставить. Сори, пацаны. Терпите. Как никогда не терпели. Так, реклама. Так. Так. Вот такая. Творы нормальная реклама. Не бесячая. Мониторчики Бенкью, пацаны, покупаем. Клевая тема. Так, что еще есть? Dota 8 VP Intro New. О. Найс. Супер. Что еще есть? Креативный ролик Virtus.pro и Бенкью. О, тоже отличная штука. Так, я думаю, хватит с вас этой рекламы. Все, долг выполнил. Музон, без понятия. Так, звук есть? Есть, все хорошо. Идем дальше, и нам попадается Solvation, тиран. С преимуществом. Суров, суров. Тиранер. И мы играем за... Только не тиранов. Зергов. Yes. ТВЗ у нас, ребята. ТВЗ. И я собираюсь. Я собираюсь переть его КСМ-ку. Хотя, может, еще и что-нибудь можно придумать. Можно сыграть 200 лимита квин, по идее. Но... Так, давайте подумаем, что можно придумать. В принципе. Просто, блин, я не знаю, что за уровень тирана, то есть как он играет. Если он жесткий, то 200 лимита квинта не прокатит. Что играем, в общем? Предлагайте. Раш плетками. Раш плетками. В принципе, есть вариант застроить его хатой. 15-й. Поставить ее не у себя на мейне, а около базы Тирана. Где-то видел такую тему. Ну, попробуем. Так. В общем, нам нужна здесь хата. То сейчас мы Тирана будем застраивать. На креативе. Так, то есть нам нужно... Пул до хаты или хата? Так. Вообще получается пул. Ну ладно, берем сначала хату. Получается 16-я хата у нас. Во, разведка. Хорошо. То есть он может не спалить нашу хату. Ну, вовремя, да? И правильно отреагировать на нее. Ставим хату, ставим пул. Все стандартненько. О боже, а где хата-то у зерга? Что он делает? Непонятно. Может, у него третья там база наверху? Где он экспандится? Непонятно. Непонятно. What the fuck? Дай мне поставить хату, ну пожалуйста, ну уедь отсюда.
Мне реально нужна хата. Я собираюсь брать базу. Валим, 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 валим. Ой, Марик, Марик. Да ладно. Ничего страшного. Он всего один. Уже два. А, бункер. Блин, ну бункер это, конечно... Так, бункер, бункер, бункер. Что делаем с бункером? Так, давайте рабов возьмем, что ли? С рабами, рингами будем отковыривать свой экспанд. Заказываем королеву, собак. Ну все, он меня застроил. Вроде как ничего не сделать. Я, конечно, попробую. Рипер? Ололо. Давайте попробуем. Битую костянку мы убиваем вот так вот. Бункер не достраивается второй. Королевой. Долбим рипера. Отменяем это. Так, качаем тут минералисы. Криптомор поставим. Плетка, плетка, плетка. Так это перестреливаться с киной. Дело неблагодарное. На-ка. Оп. Бьем рыба, который строит бункер. А, достать, достать. Чуть-чуть. А. Не достали. Ну ладно. У нас есть экспанд. Грызем сами суплай. Варим квиной. Этой квиной ничего не делаем, купим ману, чтобы полечить второй квино. А, не убили. Плетка, плетка, плетка. Рабов. Тут рабов. Оп, момент. Там кто-то звонит.
Так, все тут. Продолжаем. Так, нам нужно копить ману. Овер подведем для подсветки. Королеву лечим. Строим рабов. Эволюшн, чтобы банша не покарала нас. Мародеры появляются. Плетку. Вот так вот. Еще одну хату поставим, чтобы королева быстрее масилась. Так. Да по идее банши не должно быть. Фиг его знает. Что у него на уме. Тут мейн докачаем. Ну, еще королева придется с мейна. Найс. Овер здесь клепаем. Так, а ну-ка. Не уйдешь. Так, ага, рабов еще. Мародеры. По идее, мародеры это нормально. Не смертельно для нас. Снизу можно выщелкать бункер. Скоро. Как финн подкопим. Вот так вот. Встаем. Перестреливаемся. Копаем плетку. Квинты жесткие. Битую. А, блин, не отвели. Еще рабов. Еще рабов. Тут рабов. Еще базу поставим одну. Что-то мне квин не хватает. Подсвечиваем, подсвечиваем. Наверов. Так. Поставим тут еще поближе плетки. Две вот так вот. Еще плеток добавим. Выщелкать гроба. Оп. И не выщелкаем. Ну ладно. Так. Кивин. Так, микро работает, да. Танчики в сирмоде, да? По идее, нужны собаки, чтобы танковать. Давайте собак построим. Оверов. Будем сейчас прорываться на его базу. Под прикрытием рингов. Кстати, рабы выживают, смотрите-ка, после танка. Вот банша полетела. Банша, банша, банша. Да ладно. Спорка, спорка. Королева. Ну что, врываемся, нет? Читанчик можно выщелкать снизу. Он довольно близко стоит. В крампе. Оба выщелкаем танчика сейчас. Будет по красоте, конечно. Или не выщелкаем. Так. Уходите, здесь не рады. Банша. Ну ладно, что, можно уйти, в принципе. Mission complete. Квин.
И убили Баншу. Отлично. По сути, у нас 3 базы. Фигово раскачанные, но 3. У него одна, и она скоро кончится. Потому что все мулы у него летят на мейн. Оу, дэмэдж-то неплохой. Мне главное сейчас потянуть время, как можно больше денег выкачать с этой базы. Тут крипа можно покидать. Так. Овер вкипаем здесь, я думаю. О, он близко встал. Все, можно танки выщелкивать. Хиляем плетку, чтобы танковало. Убили танк. Но убили. Это куда? А ну-ка. Собрался. Ой, дроп пошел. Дроп. Нет. Ладно, все, валим. Оставим его на подарок. На прощание. $3 парочку. Сейчас ковыряемся нормально с рабами, с кинами. По красоте все будет. Ой, оверлордов жалко. Рабов жалко. А, ладно. Собак закажем. Без мува. Почти бесполезных, но... зато много. И ставим газ. По таймингу на 17-й минуте. Рабов спасли, кстати, даже парочку. Так. Опа. Вот я... пипец. У него все это время была база. И я сливаю рингу. Там у него дофига танков. Не, я думаю, что за фигня? Тут такой прикол. Наказан играть на скорость, чё? Давай эволюшена. Псов на натурал к нему. Этих псов выводим. Рабов строим. Бункер убьем. Еще рабов убьем. Да, вот такая игра. Получается у нас. Еще Марика забрали. Делаем апгрейды. 1-1. Ставим макрохату. Ну как вы так-то отдаетесь? Королевочки. Скорость у нас наполовине еще. Это очень плохо. Меняем базу. Выщелкиваем медивак. В первую очередь. Пытаемся окружить его. Со своими рингами. Щелкаем по медиваку. Нормально. По-моему, рубрика себя оправдывает. Свое название. Овер сюда. Овер сюда. Крипа накидать. Крипа накидать.
Теперь же собаки у нас с мувом. Сам контролем тут, контролем тут. Стою на Зелнагу. Зелнагу. Так, что там, снова базу посадил? Походу, да? Давайте попробуем ее обижать, съесть. Подъесть. Так, это у нас... Инвиз пошел. Неприкольно. Отдаем королеву. Кидаем гриб. Проверим одним сом, чтобы не было там слишком дофига армии. Чтобы сразу все не отдать. Что там у нас есть? Да вроде никого нет. Жрем. Рабов заказываем. Ой. Ах ты ёп. Прям никого и нет. Вообще никого нет. Так, 2-2 пилим. Infestation. Разводим его. А, и нас будут убивать. Валим. Клепаем собак. Хиляем квин. Гнетим яйца. Чтобы нам не поддавались. И с брудлингами будем нападать. Ну, брудлинги четкие. Пытаемся. Да, тут. Мне не хватает. Ну, блин, это база халявная, как бы. Ну. Порешала, конечно. Так. Вот 1-1 уже, да. Не затащили. Окей. Та-та-та, да. Да я говорю, ML нормально. То есть за сегодня я проиграл 2 раза. Один раз чуваку Зергу, когда застраивал его плетками. Это был ML. И сейчас 2-й раз. Тоже застраивал тирана. И снова ML. То есть я застраиваю только ML-ов. Понимаете? Кукарача. Кукарача, кукарача. Рэндом. И у нас тоссы. Кукан хорош со своими шарами. А, скрытый ММР высокий очень, поэтому кидаю к топам. Да? Думаешь? ММР высокий у меня? Ну фиг знает. Так, учитывая, что он рандом, и шанс того, что он зерг 1/3, шанс тирана тоса выше, я играю с мейна. То есть пилон дома. И ранняя разведка. У меня сейчас 2-я цель. То есть первая, которая не выполнена была, это застроить зерга кинами, инфесторами, плетками. Вторая — застроить тирана плетками. Так. Опа, зерг. Зерг. Окей. Зерк, так зерк. Делаем гейт. Супер поздний. Контролим хату.
You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Так, что у нас там делает зерк-то? Пул, газа нет. Понятно. Делаем киберкор. И прогоняем раба. Так. Что бы сыграть-то? Такого клевого. С зергом. Давайте второй газ поставим для начала. Зелка закажем. Так. Пилон под нычку. Ты что, он собирается без собак, что ли, базу ставить? Что он рабов вывел? Халявщик, что ли? Да, у него собак нет. Молодец. Ждем пилон. Пилон есть, бустим. И бустим. Что, драться будешь? Давай. Нападай. Так. Делаем Нексус. По таймингу получается так же, как и база зерга. Только у нас при этом два газа очень ранние, технологии нормальные. Варп скоро будет и так далее. И мы не тратим деньги на всякие там фотонки. Так. Теперь только нужно понять, что нам мы играем. Вот из такой ситуации. Когда у нас много газа раннего. И вот. Вот проверим его третью. Так. Третья база. Так, есть, нету? Нету, хорошо. Так, секунду. Давайте поймем, что нам делать с этим зергом. Шары, шары, шары. Хорошо, ладно. Столько фанатов шаров. Делаем шары, все, стопудово. Тогда нам нужно что? Нам нужна нычка. Причем нам нужен газ-газ. Плетка ранняя, фига себе. Чувак-то боится чего-то там. Так, цитадель. Вообще можно было гораздо раньше ее поставить. Просто лоупочил децл. Так, открываем гейты. Раз шары мы делаем грейдные щиты, нам нужна форжа. Со щитами. Так. Так, застраиваемся. Сюда зелка ставим. Тут у нас будет скрытая база. Причем шаров я буду делать из дарков. Или из темпларов. Давайте из темпларов. Или из дарков. Блин, сек. Из кого шаров делаем, пацаны? То есть мы либо штормим, либо дарчим. Вот. Надо подумать. Что лучше? Короче, если вы за дарков, давайте голосование на GoodGame проведу. Из кого делаем шарики? Дарки! Штормы. Ну или я упырь, конечно. Вот. Это голосование на GoodGame. На SK.tv будет голосование в виде плюсов-минусов. Плюс это Дарк, минус это Шторм. Оу, Дарки это нормально так. Разруливает X2.
И на СКД ТВ тоже там плюсов. Очень много. Окей. Тогда из дарков. Хозяин барин. Так, база. Пошла. Вообще не халявная база. Сентрика второго. Для пущего сейва. Так. Буст-буст. Пилончик. Великолепно. Рабов тут не хватает. Добавляем. Фотонку, что ли, поставить? Не, по идее, у него была санка. То есть, в принципе, я не боюсь ранних атак. То есть, если бы он собирался меня пушить, то, скорее всего, он бы не поставил санку. У него санка, значит, он боится. Правильно? Правильно. Все. Вопросов нет. Так. Опа! Вот это что такое? Вот что? Это бежит, вот это такое. Причем он спалил мой Nexus, но он не жрет его. А, дурак. Он мог сделать вид, что типа он не спалил мой Nexus, подождать, пока он настроится, и только потом сожрать. Но... Раз так. Делаем горят на щиты. Пилончик для подварпа вниз. Еще гейт. Я думаю, 7 гейтов. Так. 8 хватит, я думаю. Бустим грейд на щиты. Строим еще рабов. Выходим на третью базу. И появляется у нас Dark Shrine. Так, рабов тут на мейне на натурале дофига. На мейне не хватает. Берем часть сюда. Два сюда, два сюда. Гиты открываем. По одному дарку идем. Чтобы все сразу не сливать тут. Опаньки. Хеллоу. Как ваши дела? У него нету аверсира. А я очень этому рад. Ой, шпиль. Ой, мутка. Нет! Нет, блин. Там же мутка, ребята. Шпиль мочим? Чё? Шаров побольше. Фотонки в рабах, блин. Такой слоу. Еще дарков. Merging complete. Мочите шары. 23 килса? Нормально. 25 килсов. Not bad. Так, мы убили. Ставим третью базу. Да, шары, конечно, красавцы так. Застройка от бога. Толкаемся, толкаемся. Пустимся, блин. Шары — это гейство. Нафига я согласился играть в шаров? Ха-ха. Фейл. Ладно, идем армией вот сюда вот. Отдаваться. Главное нам качать газ. Все, больше ничего не нужно. Так, рабов. Второй грейд на щиты. Второй фаржу для атаки. Проходит здесь? Проходит. Базу ставь. Фотонка. Походу у него какая-то прокся стоит. Давайте-ка прочекаем. Окружности. Он третью не ставит свою долгое время. Меня это смущает. Так. Так, тут база у него. Нет базы. Раз, два, три. Так, фаржа есть.
Люто бешено бустим рабов. Газом атаку, бустим атаку. Пилон идиота. Сдохни. Фотонки не добавил. Конечно, застройку мы менять. Просто полностью. На, блин. Конечно, шары это не сталкеры с блинком. Мобильность у них хреновенькая. Под фотонкой? Нормально. Фотонки убила? Так, бас нету. Ага. Окей, идем сюда. Фотонки есть. Сейчас нужно его перехватить где-нибудь. Так. Точку сбора сюда. Качает, качает. Газ, газ есть. Третьи щиты делаем. Звери оставили дарка здесь. Что там пробка-то? А. Убили. Газ. Буст. Буст. Вторая атака пошла. Вообще могут быть у него еще эти. Как их там? Брудлорды. После шпилята. К тому-то было довольно много и... Ну, три фотонки уже, ну. Половина архана сюда, половина сюда. Да нет, там брудов еще долго не будет, я думаю. Сейчас нужно муту просто принимать. Ах ты! Не приняли муту? Вот поэтому надо было из штормов делать шаров. Ладно. Терпим. Сжав зубы. Точка, точка, точка. Я вовсе не дарк. Убить рабика, убить рабика. Не убили. Я хочу его убить уже. У меня руки чешутся. Поганый зерк. Так. Грейды, бустим. Скоро эти щиты у нас уже будут. И вторая атака. Not bad. Так, точку сбора. Поменяли. Еще пилонов добавим. Шаров, шаров, шаров. Все, давайте пойдем уже разбираться с ним. Ла-ха-ха. Шарики. 17 шаров с 3-2 апгрейдами. И нереально злы. На зерга. Power of the Fermil. Плетки. Не слышал. Роучи. Не слышал. Ты кто такой? Давай, до свидания. О боже, муталы! Встаньте, дети, встаньте в круг.
Опа. Заходим. Здравствуйте, здравствуйте. Дайте-ка мне ваших оверлордиков. В пачечку вот так вот. О, да, детка. Да. Е-е-е. Вот так. О. На. Терпи, бич. Это шары. Алмаз? Не, не слышал. Платина. Норм. Чё? Сидим дальше. Молниями по жопе. Платиновый король. Да-да-да, твои шары. Все верно. Турук стримит сегодня. Да не должен вроде. Он вчера стримил. Ну, по плану. Почему меня в алмаз не переводят? Да не знаю я, не знаю. Я слишком плох для алмаза. Понимаете? То есть, мой удел платина. Давайте прикол сделаем. О! У нас ТВЗ. Докачаем свой аккаунт так, чтобы не давали ГМЛ в платине, а? Прикиньте, ГМЛ играет такой ля-ля-ля. Ну ладно, всосал бывает. Смотришь лигу, там бац, платина. Это мотивирующая тема. ТВЗ. Что мы с зергом-то делаем на дейбрейке? Давайте думать. Ну блин, дарковские шары, это, конечно. Такая гадость. Был бы у меня шторм, я так штормом его. Всю его мут он нафиг там изжег. Он бы там просто орал. От боли. Так, зерк. Что бы с ним сделать? Давайте мы запилим инженерку на натурале. О, на креативе бешеном микро. Прикольная тема, мне нравится. Так бесит зергов. Потом еще там бункер. О, давайте застроим его. С инженеркой, бункером. Запрем его на мейне. Не, запереть. Да нет, это слишком... Слишком абуз. Просто поставим инженерку. И все. А, мы уже не успеваем. Лол. Слишком поздно КСМК увел. 5, 4, 3, 2. А может успею? Может успею? Успел. Фак я. А, ладно. Инженерка там более-менее достроена. Хоть раба мы и потеряли. Пилим орбиталку. И убили ему раба. Все, отлично. Кровь за кровь. Так. Марика. Можно подхарасить его, вывести, чтобы он дрона убил. Который пидет мне. Он арбов катает, отлично. Он столько теряет на этом. Он жестко теряет. Так. И отменили на 2 хп. На 2 хп. Красава. Вот сам не похвалишь, никто не похвалит. У инженерки было 2 хп. Unbelievable. Так. Марика сюда. Стенку допилили. Я думаю, сыграем в 3 ТЦ. Давайте зайдем к нам мейн к зергу. Поприветствуем его мариком. Ой, собачки. Ой, квина. Ну, хоть раба дай мне забрать. Забрал раба. Ну, марик на раба, это неплохо. Я считаю. Угу. У него газ поздний, поэтому я сыграю в 30C все-таки. Сыграю с ним жесткое макро. Так. Мулов пока я не кидаю, куплю мулов под натурал. Чтобы у меня не слишком быстро истощались минералы на мейне. Так.
Собачки, забейте. В бункер два марика, все. Четко. Так. Сик приз. Давайте поделимся со стратой. Что мы играем? Супер скилловый. Корейцы в шоке. Спасибо, спасибо. Красавчик. Батлы, батлов. Торы, батлы, нюки. Батл крузер. Хорошо, давайте сыграем раш. Хотя, блин, какой раш? Если бы вы раньше сказали, если бы я раньше посмотрел, можно было сыграть раш с батл крузером. Прокси батл крузер, это неплохая страта. Но сейчас. Батлов. Блин. Просто батла не мобильная, там если мута будет. Залетать за ней. Батлами. Гей, скажи. Неприятно. Что-нибудь еще? Ну, батлов можно, но в конце. Вот где даже Рева спотеет. Через А. Алекс Кролл, отличный русский. Мазбанши, планетарки. Нюки в батлов. Чё? Нюки. Нюки. Больше нюки. МС-ДОС. Больше спам. Гелики масс, мазгелики синие. В принципе, можно сыграть, знаете как? В 30C. Учитывая, что у нас минералов дофига, у нас будет много рабов, много минералов. Можно сыграть 30C две факторки. А, с техлабой реактором. У нас будет копиться газ. И на этот газ можно выйти, например, в рейвенов. А после рейвенов уже сделаем батлов. То есть келики, равены, батлы. У нас будет такой микс. Все, определились, поехали. И все будут довольны. Ставим газ-газ. Кидаем мулей на новенькую базу. Ну, учитывая, что марики мне не нужны, в принципе. Я ими сбегаю. Зелнаги проверю. Ну, пусть зеркало попотеет. Бункер. А, пусть будет. И мне нужен ранний газ на натурале. Много газа. Так. Скоро я его поставлю. А крабы будут? Так, апгрейд комплит. Блин, пес не в тему пробежал. Вообще не в тему. Иди отсюда. Мула не трожь. Тупая вошь. Так, все. Зелнаги почистили, идем дальше. Делаем фэктори. Пытаемся забрать рабов, хоть парочку. И забираем. Третьего заберем. Забрали трех рабов на трех мариках. Великолепно. И мы видели, что клепаются у чувака кто? Рабы, а не собаки. То есть он меня не алынит. Добавляем факту. Добавляем... Хотя забейте. Давайте сразу в воздух. Ситуация-то отличная. Нас не пушат. Мы это знаем, правильно? Нафига нам? Только балсы поставлю вот здесь вот. Третью. На креативе. Так. Потому что я уверен, что у него проблемы с разведкой. Старпорт. Старпорт. Газ. Газ. Ранее третья. Там столько рабов, увидели? Он не охренел там, нет? Братиш, ты чё? Ты меня волнуешь. Там полностью раскачанная третья база. То есть я халявлю, он халявит в разы жестче, чем я. У него рабов где-то больше, я думаю, штук на 30 уже. У него рабов под 80. Ладно, ну здесь по-любому батлкрузера как бы. Тут других страт просто не может быть. С такой ранней третьей. Батлы — это прямая контра. Так. Пару ТЦ добавим в стеночку перед бункером. Нормальная оборона. Так. А, ну, нам нужны еще старпорты. А, блин, ну... Вот что за непруха? Ладно, пока собак нет, я думаю, накидаем мулов.
И собаки несутся. Просрал 700 минералов. Ха, ну грусть же. Вот кто тебя просил оверов развешивать? Кто это вообще делает? Такие мерзкие вещи. Ладно, батлы отомстят. Главное, знаете что? Не провтыкать с этим. С муталами. А муталы могут быть? Изи. So easy. Давайте инженерку сделаем. На всякий пожарный. А, ТЦ-шек еще парочку. Ну, ТЦ-шек мало не бывает, я считаю. Как и суплаев. Сейчас будем сканить. Марика на четвертую. Скан пошел сюда. Инфестейшн. Ну слава тебе, господи. Стратегия хорошая. Я ее уважаю. Это инфесторы. Это не муталы, и живем, пацаны, живем. Фуф. Ну это уже вообще как бы. Четвертая база на 10-й минуте. Ну, когда он ее заложил, имеется в виду. Неплохой зерк. Так. Ну, прилетели наказывать, что? Прям на третью летим. Engage. Бункеров добавим, потому что могут быть неадекватные волны псов в мою сторону. Оу, рили. Е, рили. Так, и мы ловки даем вот сюда. Еще одна орбиталочка. Базу сюда поставим. Так строй, строй, рабов, конечно. Все правильно делаешь. Тут Марик справится. Просто убить базу нужно и все. Марик сюда, Марик сюда. А пошла контратака от него, которую я и ожидал. Просто закрываем бункер. Дайте коня батлов, точку сбора переставляем. Сюда. Взлетели. Накидали. Оставили газ. Нам нужен Яматаган. Естественно. Еще мулей. Ой, куклики. Стойте, стойте, стойте! Друзья! Куда же вы? Я только начал. Так, нам нужно больше ЦТ-шечек. Ну, где-то так. It's a trap! Валим, пацаны, валим! Блин, батлы-то тащит, ребята. Батлы-то по красоте. Да ладно. Неужели страта работает? Не может быть. Дотекание батлов. Еще батлов. Еще суплаев. Сейчас такие батлы разберутся. Базы нету? Нету. Хорошо. Отчинить! Отчинить, я сказал! Вот. Молодцы. Good job. Чиним. Качаем газы. Замечательно. Так. Крейдим воздух. Орбиталочек немножечко. Yes, commander. You hail? Patching you through. Well? Батлов бы починить, не мешало мне. How exciting. Upgrade complete.
Ну прямая контра просто. Спорки добьем. Отлов закажем. Улетим. Всё. Тут планетарку, а тут орбиталку. Ну, планетарка нас типа защищает. Бережет. Тут база. What is it? На пофиг, у меня вторая орбиталка есть. Даже можно не отчинивать. Орбиталок хватает. Только рабов нужно достроить на газ. Upgrade complete — это что у нас? А, орбиталки? Я понял. Сейчас могут быть, в принципе, уже крапторы. Потому что газовых войск я у него не видел долгое время. И... Кэп подсказывает, что... Вполне вероятно. Скоро появятся крапторы. Так. Инфесторы раз. Слоны и крапторы. Вот так вот. Слоны и крапторы. Да ладно. Справимся, я думаю. С горем пополам. Так. Раба сюда. Сюда. Мы же крепаем равенов. Равенов, гонча есть. Пошли равены. Отчиниваем планетарочку. Проверим верхние базы. Опа. Хеллоу такой, да? Видит тонны крапторов. Угу, хорошо. Вообще мне нужен газ. Мне нужны газовые базы. Можно быстрее. И туретки. Много туреток. Ну, примерно так вот они нужны. Так, тут нужен грейд на броню еще. Грейд на рейндж. Пока не буду делать, газа не хватает. Переводим рабов. Вот сюда. Поднимаем вазу. И полетели уже меня убивать, да? Грусть, печаль. Но я готов. Туретки есть? Есть. Давай, нападай. Не нападает же, а? Вот это ад. Собачий. Ай, тут меня закидывают. Говнецом. Давай по пухлику. Я думаю, рабов я наклепаю довольно быстро. Так, ладно. Живем вроде как. Не собобедствуем даже. Газ. Еще равенов. Давно уже нужно было сделать третью атаку. Так. Сюда КСМ-ку отпилим. За газом. Больше КСМ-ок мне не нужно. Мне нужны орбиталки. Я думаю, хватит. Столько орбиталочек. Сейчас будем разбираться с крапторами. Собственно.